коллеги, пациенты, наши родные и близкие, наши любимые, поздравляю вас с замечательным весенним женским праздником 8 марта. Желаю вам, чтобы в этом году было побольше солнечных дней. Чаще улыбайтесь. И пусть глаза ваши излучают только счастье. После 8 марта наступает Великий пост, а женщина всегда была хранительницей нашей веры православной. Поэтому желаю вам чистых помыслов и чистых дел, и чтобы сердца ваши были наполнены любовью и радостью. С праздником, дорогие женщины! Добрый день, милые, любимые, драгоценные и самые красивые наши женщины, пациенты, сотрудники, близкие и друзья. Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником 8 марта. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, красивых улыбок, большого количества интереснейших путешествий, ярких эмоций. Жизнь без вас для нас просто невозможна. Поэтому цветите, радуйте нас своими улыбками, обаянием, красотой и, конечно же, любовью. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и всегда игристым шампанским. Целуем всех вас и обнимаем. Дорогие, любимые наши женщины, наступает самый нежный, светлый и прекрасный день в году, 8 марта. Это начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. И пусть это тепло поселится в вашем доме, в ваших сердцах. Пусть красота природы вдохновляет вас, а начало весны символизирует собой начало чего-то очень желанного, прекрасного в вашей жизни. Пусть каждый день будет таким, как этот, наполненный улыбками, заботой, восхищением, любовью и радостью. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Пусть невзгоды обходят вас стороной, а каждый день будет поводом для новой радости. Желаю вам любви и тепла в сердце, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Вы очаровательны. С праздником!